Здравствуйте, дорогие друзья. Завтра собираюсь на рыбалку. Ну и вдруг оказывается, у меня отсутствуют вот такие вот отводы. Нету ни пластмассового, ни металлического. Что делать? Думаю, надо по-быстрому сделать отвод. Как я раньше делал отвод? Брал обыкновенное шило. В шиле делал отверстие сквозное. Запускал туда проволоку, где-то 0,6, и начинал ее накручивать. Накручиваю, чтобы получилась площадка нормальная. Ну, это довольно-таки утомительно. Потому как надо прилагать усилия. И вдруг меня вчера осенила такая мысль. Нафига я делаю так, с помощью шила? Почему не взять шуруповерт? Берешь шуруповерт и вставлял просто проволочку. Чуть толщего диаметра, чтобы на ней можно было закручивать. Потом смотрю, сейчас где-то моя проволочка делась, которую я вчера крутил. А тут под руками иголка цыганская. Сейчас попробую с иголкой. Значит, вращение делаю от себя. Но мне так было вчера удобнее. Ну, теперь смотрите. Вот между губок засунул сюда проволочку, загнул ее, и вот она начала накручивать наши веточки. Смотрите. Все, достаточно. И какая получается прелесть. Вчера попробовал и сам офигел, чего я раньше до такого не додумался. Ну а дальше все уже просто. Выгибаю сам отвод. Беру круглогубцы. Делаю на конце нашего отвода маленькую петелечку. Так, накрутил его, откусил. Загнул здесь, чтобы она не мешала. Так. Теперь беру кусочек термоусадки. Так, где-то. Смотрите, надеваем термоусадку. Делаю, осадил. Вот получается прекрасный отводик. Смотрите. Быстренько, простенько и со вкусом. Все, будьте здоровы. Вот это что все, что я хотел тебе.